И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Stranger Deep, продолжаем проходить. Новый день наступил, шикарно, хочется жрать, хочется пить, все как обычно, поедим, попьем, например. Да, с этого начинается каждый день, поели, попили, ну-ка, вот так вот. Что там? Отлично. Мы полностью здоровы, уже только загар какой-то, я смотрю, есть. Загораем, что ли, потихонечку. Но неважно. Так, с того острова, на котором мы бывали, притащил я все-таки... Несколько ходок сделал, и в одну из ходок притащил я еще одну бочку. Не знаю пока зачем. Может быть, потом какой-нибудь гигантский плот сооружу, либо еще что-то. Колесо бы вот надо еще одно, чтобы не перевешивало. Потому что плот вот так вот выглядит, и... Вот эта корма, она вся перевешивает. Ну, нос сильно задирается. Так вот, кирпичи потихонечку прибывают. Ну-ка. Ну-ка. Да чтоб тебя, ну. О. Серьезно? Да ладно. 4. О. О. Все. Теперь все. Так. 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 Вот у нас сколько кирпичиков есть. Из этих кирпичиков можно чего-нибудь построить. И, наверное, этим мы сейчас и займемся. Нам нужна вот эта киянка. Погнали. На каждый фундамент нам нужно 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Пойдет. Я хочу начать именно вот с этого, наверное, места где-нибудь. Вот с этого места. Потому что либо домик будет здесь. Хотя вы знаете. Хотя вы знаете, здесь прям неплохое такое место, можно в водичке, знаете, так полежать, посмотреть на небо. Волны омывают ноги. Красота. Не хочется это, пляж этот портить. Поэтому будем строить. О, о. Слушай, я достаточно высоко могу сделать, смотри. То есть мы можем перекрыть вот эти вот все камни, которые мне мешают. Так, только определиться бы с самой высокой точкой. Что выше? Вот этот камень? Или вот этот камень? Этот, по-моему, выше, да? Этот, по-моему, выше. А как мне сделать, чтобы... С запасом, может быть... Ну, если запас сделать, то... Высота фундамента наверняка все равно как-то ограничена, да? И я вот сюда продвинуться не смогу тогда. Хотя вы знаете, мне кажется, будет норм. Так, надо теперь определиться. У нас же все тут квадратное такое, поэтому надо определиться, как у нас береговая линия проходит, чтобы я мог... Ну, то есть, чтобы край причала был... В общем, рядом с морем, чтобы спокойно на барже можно было на своей подплывать. Поэтому, наверное, как-то вот так. Даже? Сложно, потому что ресурсы уйдут в никуда, если неправильно построить. Давай немножко с запасом, потому что вот этот камень тоже, наверное, надо будет закрыть. Так, давай, как тебя лучше сделать-то? Наверное, вот... Линия пирса должна быть вот так вот расположена, поэтому давай как-то вот так и с запасиком небольшим высоту. О, ну-ка. Восемь ударов этой беспонтовой киянкой. Есть наверняка лучший инструмент, но я еще не нашел. Вот, готово. О, да. Смотри, что, какая красота у нас здесь будет. Но
надо нам просто наметить. Просто наметить. Как это все будет выглядеть. Давай. Сейчас мы... Еще, наверное, одну штучку поставлю вперед. Хотя вы знаете. Давай, давай, давай. Молодец. Хотя вы знаете. Слушай, я могу дальше строить в море. Можно посмотреть, насколько далеко можно выдвинуться вперед. И уже исходя из этого проверять, как оно будет все выглядеть, да? Отлично. Еще дальше могу? Да, могу. Ну, здесь-то уже глубины, по-моему, вот если вот эту построю, то уже глубины должно хватать, чтобы плоты мои... Плоты. Хочу еще маленький плотик сделать. Потом наверняка... Ну. Потом наверняка еще моторка появится. Или мотор можно будет прямо на парус на этот поставить. Не знаю. Посмотрим. Вот. Так. А, уже все. Все закончилось. Вот, у нас такой пирс будет. Это просто фантастика. Ну, для этого потребуется глины невероятное количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нормально. Пошли. Это, я считаю, два или три ли острова уже зачистил от глины. Ну, здесь островов так-то нормально. О, еще дальше могу. А нужно ли мне это дальше? Тут какие-то булыжники. Нужно ли мне это? А вот сюда я могу строить? Да, я и сюда могу строить. Ну давай вот эту поставим и проверим, сможем ли мы парковаться. Вот эти камни, которые слева в воде, я вот не уверен, что они мне не будут мешать. Хочется просто, знаете, идея такая появилась, сделать сразу раз подъезд такой. Подъехал, вылез и все, и спокойно. Так, давай-ка. Давай, давай, давай. Вот, видите, как нос как задран. Нос задран сильно. Так. Да, я, кстати, здесь уже спокойно плаваю. Другой вопрос, что вон те камни. Ну, такой он неповоротливый, это вообще капец. Но зато могу плавать и боком. Ну, в смысле, не боком, а и вперед, и назад с одинаковой скоростью. Давай, давай. Оп. Оп. Такое. Ну, слушай, если нос просядет, то вот это вот приподнимется, да? И будет хорошо. Можно, блин, надо было подгадать и сделать так, чтобы на одном уровне они были, да? А, ну там у нас камни же были. Блин. Ладно. Так, что мешает? В чем дело? Плот, что ли, мешает? Я же мог там строить. Ну-ка. Пошли. Сейчас посмотрим. Дам. Вот сейчас могу строить. Ну, по-хорошему, было бы лучше, наверное, конечно, еще вот так сделать. Но чем дальше я делаю в море, тем больше ресурсов на все это требуется. Да. Как лучше сделать? Ну, давай, наверное, вот так сделаем. Подожди. Давай сразу наметим. Вот так.
Нам нужно две где-то клетки для того, чтобы заезд был. Вот так. Да? Это все будет выглядеть. И... А, нету уже ресурсов. Черт побери. Глины надо будет невероятное количество. И тут три осталось, ни рыба, ни мясо. Ну, какую-нибудь, я не знаю, стеночку можно там будет построить. Вот туда хочу поставить. О, было. Вот так вот, да? Ну, как-то вот так. В целом мы здесь сможем нормально парковаться, наверное. Так. И теперь... Так, а вот теперь вопрос. А как далеко мне надо в сторону суши продвигаться? Вот это будет 1, 2, 3. Но все равно какая-то площадка нужна, да? Поэтому, наверное, так, а ресурсов у меня... А всего лишь на одну осталось. Поэтому давай дострою я вот это все и посмотрим. О, шторм начинается, кстати. Надо шторм переждать будет. Ну, вот так это будет сейчас выглядеть все. Готово. Вот. Построили. Парковочный док. Хоть. Эх, не долетел. Давай, давай. Да чтоб тебе. Давай. Оп. Отлично. Давай-ка. Сейчас запаркуемся. Так. О, да. Вот так будет. Можно вот так упираться будет. Нормально. Он еще когда выровняется по высоте. Ну, здесь никак нельзя было сделать, поэтому... А делать еще один ряд, я боюсь, что я уже тогда влазить не буду. Да и парус будет не по центру. Хотя, мне кажется, тут разницы вообще нету, в какое место этот парус тыкать. Хоть в уголок этого плота воткни, без разницы. Можно будет спокойно гонять. Так, молоток. Один молоток сломался, пришлось второй сделать. И от второго уже 40% осталось. Поэтому было бы неплохо какой-нибудь инструмент найти. Неплохой какой-нибудь новенький. Так, попить бы еще. Вода что-то резко закончилась. Вода что-то резко закончилась. Так. И отправимся мы сейчас... Компас же мы нашли в прошлый раз. О. Так, мы ходили. Пошли смотреть. Мы ходили с вами куда? Куда-то вот туда, по всей видимости, да? Гоняли. Нет, подожди, это плот. Это мы с того острова прибыли. А с юга, получается, грубо говоря, да? Мы прибыли. И практически на север. А потом мы гоняли на какой остров? На какой остров? Наверное, вот на тот, наверное, да? Слушай, что-то я не помню, на какой остров-то мы летали. Плот где-то здесь стоял. Ну, можно вот четко на север еще к одному острову сгонять. Или мы как раз около него и были, да? На север можно сгонять. А потом возвращаться четко на юг. Привет, как дела? Нормально? Нормально. Это хорошо. Так, что мне надо? Топор? Топор мне не нужен. Выкидываем. Смотри, как фонари хорошо-то, да? Работают. Вообще хорошо. Слушай, а я могу сделать крюк, например, какой-нибудь? Структуры, фурнитура. Крюк. Его я могу воткнуть, например... Ну-ка, дай пройти.
Ага, фундамент могу воткнуть. А в матч что, я могу воткнуть его? Никуда здесь не втыкается. Просто крюк — это такая хорошая вещь. А в пальму, например? Почему не могу в пальму воткнуть или в камень вбить? Да? Я бы хотел в пальму воткнуть. Странно, да? Странно. Ну да ладно, фонарики, смотри, как классно светят. Еще бы найти таких. И было бы вообще крутяк. Вот эти ящики у меня пустые. 1, 2, 3. 3 ящика, наверное, беру с собой. Так, стоп. Этот выкидываю. И беру обязательно, наверное, вот этот. Так, ну-ка. 1, 2, 3, 4. Это я еще копии подкрафтил. Вот так вот, 3 ящика, в один из которых загружен будет компас и копия. Фонарь, 2 кирки, 1 46%, ножик 81%. По прочности более-менее нормально. Поэтому мы отправляемся... Да, пока ночь. Например, мы отправляемся на север. Сейчас. Сейчас, давай, выруливай. Давай, давай. Неудобно она стала... Ну, я говорю, чем дальше, тем неуклюже вот эта баржа становится. И это не очень меня радует. Прям такая... О, акулка. Серьезно? Ну, пока дома надо, наверное, ее забить на мясо. Какой ящик? Давай, ты где? Сейчас забьем, и как раз рассветет, и будет все хорошо. Стоя на плоту, совладать с компасом — это, конечно, что-то с чем-то. Ну, прибыл, прибыл. С юга. Получается, вот оттуда, на северный остров. Такой у нас здесь островок, поэтому можно, можно смело разгружаться. Так, так, так. Ящики готовы. Акулы нам наверняка повстречаются, поэтому копья я с собой возьму. Кирки, ножик. Да нет, кстати, вот это можно взять. Нох или нет? Одну, да? Фонарь пригодится, копья, акулу мы обязательно встретим, пригодится. Поэтому погнали. Вот здесь сразу 3. Или 4 там даже. Это вот заодно считается торчащая мачта. В общем, 1, 2, 3, 4 места. Вот там вижу 5. Сейчас сразу же посмотрим. Крабики. Пять мест, где можно погрузиться. Так. Погрузиться. Утонуть, блин. Здесь что-то ничего не видно. А я. Мерзкие крабы. Но это по кругу я уже прошел. Так что все нормально. Еще даже вон кабанца можно забить. На шашлык. Так. Так, так. Привет. Привет, кабан. Привет аборигенам.
Так, все не влазит. Давай смотреть. Давай смотреть. Сразу же, наверное, загружаем. Это же все равно все надо будет вывозить. Так, один ящик готов. Камни. Вот это вывезем. Вот это вывезем. Ну и пока что камень, да? Ну и что, пошли сначала, наверное, вот туда занырнем. Потому что... Ну как занырнем? Сейчас наверняка сразу же акула появится и придется акулу эту мочить. Мясо, шкуры надо будет вывозить. О, ящик сразу. Прям сразу и сходу подарок. Это вот это место и есть, да? С ящиком. А, нет, вон там, по-моему, еще что-то нет. Нет, просто пузырьки. Да, слушай, оперативно мы здесь. О, и тут ресурсы есть. Надо собрать будет. Только ни черта не видно. В потемках здесь. Ну, давай. Вот. Эх, ну ладно, покопаю, наверное, за кадром немножко. Акула появилась и куда-то дриснула. Не дождался я ее. Так, 5 кусочков глины. Один кусочек профукал куда-то. Так, давай посмотрим. Кожа, моторчик. Ну, такое себе. А у нас... Собственно, все ящики уже всяким хламом забиты, да? Ну-ка. Ну, глина. Раз, два, три, четыре. В целом можно сюда, например, организовать. Так, вот там я побывал. Теперь надо вот здесь побывать. А вон она, акула плавает. Спокойненько. И ненавязчиво. А я думал, ты куда-то ушуршала. Тебе подлюка. Давай, давай. Обратно иди. Пошустрее. Ну, что-то она вообще куда-то... А, нет, возвращается. Ну, давай, копье, копье. Отлично. Отлично. Еще два раза и будет у нас жаркое. Из акульих плавников. Супец можно будет организовать. Угу. Ну и давай на разворот и... Вуаля. Пойдет. Одной проблемы меньше. Пошли. Пошли, моя дорогая. Тайгер Шарк. Ну-ка, копья отдай. Отлично. Так, все, вперед. Путь свободен. Можно смело заниматься дайвингом. Ну, пока очередная тут у нас. Пока очередной суповой набор не пожалует. Так, что здесь? И ящичек сразу. Спасибо. Спасибо. Кожа. Кожа, рожа. Тряпки. Ну и, собственно, все, да? О, сейчас еще проверим. Вон, ну, палубу эту всякую. Еще ящик. Прекрасно. Слушай. Вообще прекрасно. Так, тут что-то засыпано все. Ну, два ящика сразу же. Фантастика. Бочки. Бочки поехали наверх.
плохо. Так, давай всплываем. И вот сюда куда-то надо занырнуть. И все, собственно. Ну да, и так, два ящика подняли и бочки всякие. А, вот еще есть, смотри, место. Ну там навряд ли что-то будет. Там навряд ли что-то будет хорошее, но заглянуть не помешает. Ну, пойдет морфин и два куска кожи. Выпустите! Эй! Что за ловушка такая? Эй! Ох, ты ж чуть не застрял там. Давай. Ой! Ух, как это было опасно. Это было опасно. Так, кидать в ту сторону, да? Давай. Хоп. Ну, почти. Почти. Хоп. Вот это лучше пошло. Хоп. Ну, почти. Нормально. Нормально. Барахла набрали. Барахла набрали. Сейчас ящики посмотрим. Может быть, фонарики там еще есть. Я вот не знаю, зажигалка здесь есть, нет, интересно. Вот зажигалку я бы вообще не отказался. У меня же есть там этот. Как его? Газолин, блин. Топливо в цистерне, в канистре. Так, бочка. Вторая бочка, ну-ка. Да стой ты, ну. Отлично. Еще одна бочка. Так, так. Стой спокойно. Это мы организовали. Ящики давай посмотрим. Раз. Два. И где-то была, да, вот. Вот сюда закидываем. Вот это мне нафиг не надо. Ну, такое себе. Так, где-то там тряпки были, да? У меня как раз две есть. Морфин можно переложить. Еще морфин, еще кожа, веревки. Морфин в кучку, веревки. Моторчик сюда. У меня на базе уже моторчиков этих, не знаю сколько. Три штуки, по-моему, лежит там. Так, ты не уплывай. Давай-ка. Давай вот куда-нибудь, я не знаю тебя. Вот сюда, к бочкам давай. Охраняй. Вот так вот, все, лежи. Лежи, охраняй. А мы тем временем пойдем еще посмотрим чего-нибудь. Это я был где-то там. Теперь вот эти вот, поближе, которые... Поближе надо чекнуть. Да блин, еще акула. На-ка. Подлюка. Где ты? Где ты? Вон она. Не видно ни черта. Давай, выходи. Ну. Ох ты, блин. О, я все. Чуть не обделался, ну-ка. Фу, блин.
Давай, где ты? Она из этого, я не знаю, вылетает так. Давай, где ты? Ой, тихо. Тихо. Ага. Вот же, блин, а. Три. Ай, копье мимо ушло. Сволочь увернулась. По-моему, два копья куда-то всрал, да? Вот одно. А второе ушло вообще куда-то вот сюда. Так, ежики вот эти вот опасные. После них болеешь. Ой, кислород же, ну. Так. Из потерянного копья жалко только камни. Ну, камешек, который требуется на изготовление. Так, нету, что ли, копья? Да, одно копье я всахатил куда-то. А, вон оно. Вон оно, я увидел его. Отлично. Отлично, давай. Вот оно. Даже не сломалось. Прекрасно. Так, ящик. Пусто. Это заберем. О, молот, наконец-то. Нормальный молот. Сможем строить по-человечески. И быстрее, самое что главное, и на дольше его хватит. Вот здесь, кстати, еще же один лящик лежал. Лящик. Так, поехали. Там ни черта нету, вроде как. Тут два корабля прям рядом затонувших, да? Да, пошли. Пошли вот сюда, где дверь открыли. Здесь что у нас? Здесь. Здесь ничего. Да, здесь чисто. Отлично. И где-то рядышком, вот здесь прям второй видел. О, местов-то нету. Местов-то нету. Поэтому хватаем акулу и тащим ее туда. Это сразу же тоже 6 кожи и. В общем, с кожей и с мясом проблем вообще никаких нету. Его можно хоть маринуй его, в конце концов. Давай, 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 давай. Тащим. 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 Все. Тоже лежи. Тоже охраняй. Так. Проверим. Проверим, что у нас здесь. Так, где-то брезентуха где-то была. Веревки где-то были тоже, да, здесь. Кожа у меня есть. Кожи нету, есть тряпки. Давай тряпки сюда тогда. Здесь кожа. Веревки тогда сюда. Молот тогда сюда. Где-то был брезент у меня вот этот. Вот он. Сюда. Отлично, давай смотреть. Витамины, еще один фонарь, ракетница. Витамины. Ну, от ракетницы не знаю, насколько он полезен. Фонарей тоже уже миллион. Так, еще брезент. Ну, кстати, бобы можно похавать. Хотя такая еда, что. Так, брезент. Где был? Отлично.
Давай, очередной ящик под загрузку. Бобы заберем. Ну, пускай будет фонарь и ракетница пока что. Так, и этот у нас получается с дровами. Нифига добра уже сколько, да? Пошли, у нас еще один кораблик нас ждет. Еще один кораблик. И еще ресурсы надо, вот эти вот все будет подобрать. Ну, днем-то поприятнее нырять. Это я согласен. А вон там еще один. Так, ящик отдайте. И все, да? И все. Пошли, вот там был кораблик. С бочками. Корабель с бочками. То есть у нас здесь 6 бочек тоже с этого острова. Можно будет забрать. Так, бочки наверх. Или я здесь бывал уже и просто бочки не видел ночью. Сверху ящика не... А, вот. Вот. Прелесть какая. Ой, давай, давай, давай. Сейчас вернемся еще. Там, по-моему, было что-то. Давай, 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 давай. О, хорошо. Подышали. Погнали. Вот эти баллоны пока без особой необходимости я не хочу тратить. Мотор. Еще один. Смотри-ка, какая красота. Скинул ящики. Сейчас мы сразу же в них проверим, есть ли там места. Ой. Да пока светло, можно понырять, потупить здесь, да? Так, вот такой мотор, по-моему, там был. Давай. Мотор, по-моему, был. Да, вот этот мотор можно убрать сразу. Здесь у нас что? Вот два свободных места есть как раз. Вот это можно упаковать. Быстрее, на выход. На выход. На выход. Давай. Давай, давай, давай. Ой. Вроде здоровья не потерял. Так, ну и все, в принципе, тогда. Три ящика собираем, хватаем бочки и валим отсюда. Да, в целом. О, шторм начинается. Или просто дождь. По всей видимости, шторм. Так, кидаем в ту сторону. Оп. Оп. Ну, приблизительно. Оп. Давай, давай. На Черном море, когда бывал, в шторм плавал. Это, ну, там пришлось там придурка одного спасать. Он решил в шторм покупаться. И не рассчитал силы. Пришлось за ним прыгать, его вытаскивать. Но, в общем, в шторм плавается вообще очень трудно. Реально трудно. Ну, жесть какая, да? Нифига себе, волны. Просто атас. Скриншотик сделаю.
Готово. Давай смотреть. Воды надо еще попить. Ну, по-моему, уже все успокаивается. Хотел проверить кое-что. Да, прекрасно. Можно этим копьем сбивать кокосики тоже. Ну погодка-то капец. Да блин. Погодка-то капец. Даже ехать никуда не хочется. Ну давай уже. Заканчивай. Так, а что у нас есть на острове полезного? На острове полезного только... Только палки и змеи. Да? Ну, вроде все, успокаивается. А то вообще нереально. Нереальное буйство погоды. Это, конечно... Что-то с чем-то. Палочки. Алоэ. Тоже все натаскаем, сделаем какой-нибудь себе. Куда это можно вот все складировать? Так, а вот эти молотки. Слушай, я где-то же нашел, да? Где ящики у меня были? Давай разберемся. Брезентуха, кожа. Кожа где-то была. Можно упаковать. Есть. Где-то еще место было, да. Вот алоэ. Сюда уберем палки. Одну сюда. Брезентуха здесь полностью забита.
Ну, пожалуй, такое себе все, да? Можно фонарь забрать. Они стакаются. Палки сюда. Я просто проверяю. Вот молоток есть. Они, наверное, стакаются, да? И моторчик, кстати, тоже стакается. Да, вот это сюда и вот это сюда. Вот, по две штучки. Брезентуха и два баллона для глубоководного погружения. Вот это вот Plank Scrap где-то было, по-моему, нет? Че, нету? Нигде? Давай, следующий ящик. Пошел под погрузку. А, вот, вот где я его видел. Так. Эти два пустых. Можно грузить. Морфин, витамины. Где-то были. Где-то были. Вот витамины. А вот морфин. Хорошо, упаковали. И два двигателя. И уже стемнело. Ну вот это будем загружать. Вот это будем загружать. Я никак не могу найти изоленту. Вот в чем дело. Не могу никак изоленту найти, потому что для крафта она где-то была нужна. Ну, в общем, как-то так. Все, ребят, я думаю, что на этом будем заканчивать, потому что я сейчас буду здесь вычищать остров. В том плане, что камешки соберу, палочки, наверное, соберу и соберу всю глину, конечно же, которая здесь есть. Потому что на базе нужно будет отстраиваться. Надо будет отстраиваться, уже какой-то домик хочется нормальный. Человеческий сделать, в который можно будет, как хомяк в нору, да, в который можно будет уже все тащить абсолютно спокойно. Ну, у нас там, в принципе, и сейчас очень даже не дурно. Че тут, тропики? Живи, не хочу. Навесик сделал, чтобы дождик не капал, и, собственно, все. Можно. И можно спокойно жить, поживать. То есть здесь больше ни черта нету. На пляжу на этом. Но надо будет, наверное, дня все равно дождаться и подождать. Хотя, с другой стороны, можно ходочку. Пока ночь, я, наверное, одну ходочку сделаю до базы. Увезу все ящики. Кабанец. Кабанец, живи. Ты мне не нужен. Ну и вроде как все здесь, да? Такое прям. Никаких здесь больше ни ресурсов. И ни черта нету. Тело. Мерзкие змеи. Еще камушек. С камнями на самом деле проблема. Где их подобывать, я даже не знаю. На островах, конечно, вот я нашел один раз такие залежи, да? Хоп. Ой, куда я ее отправил? Или не отправил? Ну, в общем, куда-то улетела. А, вот она. Кабан, змею хочешь пожрать? Хоп, ушла. Залежи вот такие вот, конечно, я находил, но они настолько редки, что просто ужас. Даже здесь, например, вот, ну нету, просто нету. Ладно, будем таскать барахло на базу. Но это все будет, естественно, за кадром. Поэтому все, ребят, всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. А с вами был Серега. Всем счастливо, всем пока-пока.